Всем привет! Меня зовут Лёша. Я учусь в школе 87. Мне 12 лет. Я увлекаюсь танцами, футболом и очень люблю животных. Чем занимается представитель 4-го отряда? Велосипедный спорт, да? Молодец! 5-й отряд! Плаваем! 6-й отряд! Гольфом занимается? Я должен прочитать стихотворение с насморком. Выходи, я тебе просвещу серенаду. Кто тебе серенаду еще просвестит? Сутки кряду могу до упаду, если муза меня посетит. Молодец! Очень артистичное чтение. И это у нас Пресняков Алексей из 4-го. А мы поддержим аплодисментами. Поддержим вперед, пожалуйста. Ваши аплодисменты. И они все у нас замечательные. Видите, как сообразили? Именно его партнерши. Спасибо, девчонки, в зал. У вас была уникальная возможность почувствовать себя дома. 4-й отряд, аплодисменты вашему участнику. Очень гибкий, посмотрите, внимательный, любящий танцевать, показывающие разнообразные движения не только руками, но и ногами. Успевайте следить. Аплодисменты! Итак, для вас единственный раз на этой сцене Пресняков Алексей. Спасибо большое, Алексей, и хочу еще раз для вас объявить наших участников.